В городе Юности в воскресенье днем во время пожара в собственной квартире погибла 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны и ее 58-летняя дочь-инвалид. Незадолго до полудня в пожарную охрану посыпались звонки от прохожих, которые увидели дым из окна пятиэтажного дома. Он шел из жилья, расположенного на втором ярусе. Дверь в квартиру была заперта, поэтому пожарные решили проникнуть в жилье по приставной лестнице через окно. Войдя в горящее помещение, спасатели первым делом вынесли на свежий воздух жильцов. Женщин нашли лежащими на полу в коридоре. Было похоже, что родственницы пытались спастись, но потеряли сознание в нескольких метрах от выхода. Гарь, забившая дыхательные пути, шансов на спасение не дала. Горели домашние вещи на площади порядка 3 квадратных метров. Повреждены огнем продуктами горения, также домашние вещи и мебель. В двухкомнатной квартире женщины жили вдвоем. Младшая с 5 лет являлась инвалидом из-за перенесенного клещевого энцефалита. По словам соседей, жили родственницы небогато. Неудобств соседям не причиняли. Причина возгорания доподлинно неизвестна. Очаг пожара располагался в том месте, где стоял старый холодильник. Однако электроприбор в сеть включен не был и использовался как шкаф для хранения продуктов. С места происшествия Полина Храмцова и Кирилл Новиков.